Здравствуйте, мои дорогие зрители, это Supreme Commander. Справа сверху король этой игры Сид. Смешно, в ускоренном строит свой первый завод. Вы скажете, что-то не король он там, ну не все, конечно. Только те, кто не знает, скажут, что да он, дескать, не король, играет плохо. Нет, 2100 рейтинга. При том, что ему на стримах специально бывает сливают, чтобы послушать, как он бомбит. Широкоплеч, асанист, гигантские широкие, так сказать, бедра, сопутствующие безболезненным родам. Хорошо, и против него кто? Люкер. Я, кстати, только сегодня понял, что Люкер, наверное, это Злюкер ведь имеется в виду. Вроде как Михаил, Сид, кстати, Дмитрий, тоже очень крутой, 2000 рейтинга. Выходит вперед, и получается, две этих команды сойдутся сейчас в мега-матче. Подожди, музыка нарастает, что? Неужели это к заставочке? Подожди, нет, какой-то затишь. Да! Латенсия выходит вперед из команды Сида. У него 1200. Потом Бархан синий 1200. Инферно 1300. Ну хоть Кэнди Нуб 1500. Розовый у Сида в команде. Хотя бы что-то может. Хотя бы что-то. Но может быть у Люкера еще хуже? Нет. У Люкера, кстати, хорошо. Сордсмен 1100. Ну да ладно, его мы пропустим. Но у него 1500-ник еще есть вот этот. Медленно шагающий по выжженным, высушенным пустыням. Такой идет человекоподобный гигантский робот. Видите, какие деревья? Вон они, деревья маленькие. И он такой, я гигантск. Как в аниме. В каком-то идет. Вот. Ну и, соответственно, кто у него там? Полторы. Вот Стилекс 1400, зеленый тоже дерзкий. И оранжевый-то какой дерзкий будет, дорогие зрители. Вы еще не знаете? Узнаете. Айкена 3, кстати, 1400. Я, говорит, не умею читать. Вполне может быть, то есть ему можно не писать, можно не писать вообще ему. Окей, он не Ру, из Ру здесь я знаю, ну вот Бархан Сид внизу, сверху Люкер, остальные может даже и не Ру, сверху, не русскоязычный имеется в виду. Так, дропчик от Сида, Сид вкл сюда своих инженеров, сбили его дроп. Истребитель Зенос Сид отомстил. Хорошо. Запишу сегодня, дорогие зрители, два каста. Потому что, ну, прошу прощения, пришла реклама аж на две, что неожиданность для второго канала с кастами по Субкому. Реклама, говорите? Ха. Да, пришла вот. Так, мне кажется, пришло время еще добавить градусы эпичности. А что может быть эпичнее зарубы суровых бородатых викингов? И в этом нам поможет мобильная игра Vikings War of Clans. После того, как я, извините, покричу в Supreme Commander, я вот люблю зайти в викингов и сам посмотреть, как кричат. Но уже мои бравые воины, уже за меня. Эпичные баталии кланов, от которых сложно оторвать глаз. Ну-ка, отпущу мужиков с секирами наперевес, несутся друг на друга. Ну или продуманная экономическая система, которая позволяет отстроить свой дворец, который не прорвется никакой вражеский дроп. В общем, тут есть почти все, что вы любите в Supreme Commander. Экономика есть, эпичные баталии есть. Плюс можно немного отдохнуть от гигантских колоссов и переключиться на величественные галеры. Ну и меховые одеяния. В общем, советую вам попробовать викингов на вкус. Вдруг понравится. Тогда оторваться уже не сможете. Также напоминаю, что каждый переход по моей ссылке помогает развивать канал и делать эти касты. Качайте викингов только по моей ссылке в описании. Пара сражений всего, и вы уже герои в мире викингов. Соответственно, ответственно, у Люкера его транспорт не сбили, в отличие от Сидовского. Люкер занимает углы, Сид этот угол что-то как-то не занял, ну хотя бы горку, но спуститься уже не получается. Я имею в виду, чтобы создать масс-экстрактор, видите? У Сида это не получилось, его транспорт-то был умершвлен. Так, что у нас в самом начале? В углу здесь, под водой Инферно, выходит наружу, его встретят танки, но этих танков недостаточно, чтобы Инферно помер. Я думаю, что будет у него все пока что нормально. А, и Люкер сам лично сюда подошел и масс-экстрактор инферновский себе забрал. Музыка крутая играет, да, дорогие друзья, это Sonic Symphony. Альбом называется Crossbreed. Слитно, Crossbreed. Ну, узнаю, сами знаете, как это пишется. Sonic Symphony. Вот этот альбом. Так, далее.
Далее я говорю, музыку далее врубаем. А он в Винампе сам, это в конце затишья у трека было, в Винампе сама переключается. Но пока что, мне кажется опасным то, что Люкер сам лично вот так выходит вперед. Видимо, понимает, что следует отступить. Ну, 6 минут от начала игры, конечно, немного. Это немного, да, но все равно. Опасненько он выходит. Там все-таки фиолетовый и синий вместе. Сит еще мало ли пришел там своих каких-нибудь бомберов или что. Хотя бомбер пока что вот от голубого как раз-таки. И урона никакого они не возымели. Только лишь свой урон отдали этой горе. Померли. Неплохо, это антиэйр, да, видите, антиэйр у розового он добавил, молодец, молодец. А здесь, ух ты, голый король остался внизу в углу, это Сид, это понятно, ладно. Ему, кстати, исполнилось 32, слушай, когда, 25 мая, кстати, вроде как, ему исполнилось 32 года. Вот, а здесь зажимают Лейтенси, неужели Лейтенси еще и помрет сейчас? Вот это будет неприятно для Сида, для нижних, хотя Сид уже больше бас будет, но ему нужно больше времени для развития, ему нужно, чтобы... Это тот мясистый щит между ним и соперниками. Мясо расхожее чуть-чуть подольше прожило все-таки. Поэтому Сиду будет невыгодно, если Латенси умрет сейчас. Но Латенси заходит под воду, чувствует себя уверенно. Ух ты! Огребает как раз-таки Солсман! Артиллерия тает розового, сиреневого подошла и накидала ему хорошо, как пока он еще уходил под воду. Танки не смогли бы в него стрелять, но артиллерия сверху сплэшем еще на выступающей части попадает. А танки, наверное, которые вдоль земли выстрелы, не попадали бы. Так, извините, коврика не хватило. У меня, кстати, коврик есть гигантский от имбы, гигантский коврик, весь стол. Я что-то попробовал и подумал, так а зачем мне стол голый, как-то удобнее, в принципе. А сейчас какой-то китайский ковер у меня. Так, ну здесь зеленый наступает, справа розовый, блин, везде движуха, куда смотреть, пока non-understandable. Розовый себе уже реген вкачал, молодец. И ган, и реген, плюс 56 у него всего здоровья. Получается почти 15 тысяч, а 56 это в минуту сколько, да? Это 3 тысячи? Нет, это 1500. 1500 здоровья в минуту, маловато, но нормально. Минута-то тоже быстро проходит, или нет? Слушайте, 5 на 6 умножить, это сколько? Естественно, 3000, я же был прав. Ой, Инферно, как тут подгашивает, зеленый атакует. Но Инферно есть куда отступать. Нормально, я думаю, отступит. Единственное, что он не отступает, он идет куда-то вот чуть правее, в сторону фронта даже. Ты, да зачем ты в сторону фронта идешь? Куда? Он еще и реклеймит. А хотя, ну знаете, 7000 здоровья. Зеленый отходит, он, наверное, по радару видит, что там, дескать, зеленый-то отступает. Поэтому можно еще здесь немножко потусоваться. Тем более, синие танки ему помогут, сам синий где? Левее, бархан далеко. Ему еще до сюда идти. Ну, 7000 здоровья, хотя уже 700. Ну, ладно, более-менее себя, наверное, чувствует Инферно. Хотя вот этот парень зеленый, что-то уж больно дерзкий. А, у него тоже реген, как и у розового. Розовый там гоняет голубого. Видите, тряпками тоже. Вот он, его немножечко погоняет. Давайте в другую сторону мотать, а то в эту сторону уже слишком сильно перемотали. Так, ну давай. Инферно отходит. 4000 здоровья. Синие танки помогают. Берут на себя урон. Немножечко зеленых раскидывают, но здоровье что-то у Инферно маловато. Я думаю, похоже, что побирает все-таки. Ой, первый дэмэдж у Сида в команде. Хотя 1000 здоровья, более-менее. Но отступай. Вот это потому, что он вначале пожадничал. Но хотя нельзя ему сказать, что он был как-то неправ. Все-таки у него 7000 здоровья было, более-менее норма. Но его, смотрите, будет добивать зеленый. Я вижу, дорогие друзья, что здесь тоже битва. Атакует Лейтенси на красного, но красного не заберет. И, блин, загасил. Какая музыка-то печальная еще под это... Инферно база сейчас вся взорвется, но проблема в том, что Стилекс здесь останется в живых. В одиночку будет тусоваться. И здесь Лейтенси, если помрет, то печально будет. Минус 2 у нижних будет сразу же. И тогда музыка печально будет крайне оправдана. Обратите внимание, еще в углу там оранжевые как хорошо-то атакуют этот угол. Он может масс-экстракторы забрать здесь, которые выстраиваются. Ну, и которые уже выстроены, соответственно. И у Лейтенси это проблема. А, его штурмовики-то с воздуха атакуют. Сид его должен защищать. Господи, какой трек нудный. Фу, какой... Как мне не нравился этот трек. Фу, мерзонько-то как. Так, Лейтенси отходит постепенно под воду, что ли. Истребители, его же истребители отогнали штурмовиков. Штурмовики еще выжили у красного. Что там у зеленого, как дела?
пока более-менее, это его реген. Плюс 68, это где-то 3700-3800 в минуту. Но вот сейчас ему как раз, ему пора бы отходить, потому что пока он отходит, с него здоровье поснимают еще. Еще здоровье поснимают с него. Поэтому, ну, нужно, соответственно, отступать. Как-то извините дела у розового. О, бомбер прям его... На! Красиво получилось. Ну, у Кенди Нуба норм тоже с регеном. Он может здесь ошиваться довольно долгое время. И оранжевый здесь. Вы знаете, пока непонятно, у кого преимущество. Единственное то, что база молодого человека еще не занята была, который помер инферно. Соответственно, верхний, да, качает больше. 300... 230, что-то как-то нет. Что-то как-то не больше они качают, что интересно, почему, непонятно. Но сейчас, видимо, будет размен. Но если зеленый, смотрите, идет навстречу синему бархану, то есть от своего взрыва, он сделает бархану урон. 2500, и смотрите, красный остается и горит у него по печени, на плечах. Это не плечи, это, видимо, у него там, где шея вот горит. Конечно, там же все болит, нужно разминать. И бархана сейчас можно забирать. Но чем? Вот этими штурмовичками, что ли, Т1? Ну, можно и ими, можно. Но, правда, это глубоко в тылах, внизу. Тут аж черная пыль, как мне нравится, что в этой игре черная пыль долго оседает. Да, вот и все. А, правда, оседает куда-то наверх. Почему наверх-то пыль? Вниз же надо. А, ну из-за пропульсии она пока наверх, а потом осядет постепенно уже вниз. Так, и здесь Troubles in Paradise у Кенди Нуба. Давай музыку-то, давай врубай. Я вручную уже переключу. Винампе. Так, да, у Кенди Нуба Troubles 7000 здоровья. А мы знаем, что случается с теми, у кого остается 7000 здоровья. И они окружены. Окружены противниками, еще и бомбертами. Ему под воду надо. Да иди ты, не стой! Я не к тому, что болею за нижних, ребят. Мало ли, вы болеете за кого хотите. Команда Сида, команда Люкера. Я к тому, что ну ты иди, что ты встал-то. Ой-ой, последний, ищи, последний. Все, исчез! На 350 здоровья он исчез. А! На 60 здоровья он исчез под водой! На 60 вы что? Как это возможно сие? Бейте его, убивайте, гасите чем-нибудь. Ну, я имею в виду в игре, конечно же. В жизни нет. В жизни только пацифизмус. В жизни следует быть любовниками, а не военачальниками. И, блин, еще торпедника. Есть! Есть торпедника у Люкера! Есть! Люкер имеет сие! Давай, вот же, ты же что, не видишь, что ли? Ну, может, не обратил внимания. Люкер, кстати, не участвовал в этом замесе. Его силы не участвовали, он не обращал внимания. Может, он не знает. Может, он как бы не смотрел, что там почти добили его. А, где он? Где он? Вон он отходит. Да губи! Kill the bitch! Ну, понятно, не хочет что-то. И здесь хороший наскок. Какое хорошее забегание. Мне нравится забегание. Это я вроде взял с СК2 ТВ такие фразочки. Смотрел, когда там Каби Рейдж комментил еще. Алекса чуть-чуть тоже смотрел. Но в основном я смотрел Каби. Каби Рейдж. А потом одна из моих любимых игр стала Rage 2. Все из-за Каби. О, окружает, смотрите, блин, я все хотел уже отсюда уйти. А, это не окружает, это их же войска. Так, ну что? Не использовал моментум Люкер. Люкер профукал момент, когда мог убить сиреневого. Розового, то есть он мог убить розового торпедниками. Люкер это профукал. Ну ясно, молодец, Люкер, что могу сказать? Как бы лайк тебе, наверное, я не знаю. Так, Сид вышел в Т3 воздух. Люкерок тоже вышел в Т3 воздух. И вот, что я хотел сказать-то. Я все думал, ну Люкер, понятно, этого игрока я наблюдал. Еще, по-моему, с 14 года, как начал делать касты, в 14-м, так вроде он уже там и был. И я только сегодня подумал, что Люкер, это же, наверное, Злюкер. Но я имею в виду, не то, чтобы это я так скаламбурил, а, может быть, он так и придумал ник. Что Злюка, Злюкер, Люкер. Может быть, так? Я не думаю, что это от слова люки, ну, которые прикрывают канализационные шахты, где живут черепашки. С крысами сожительствуют. Хотя, вы знаете, так-то многие черепашки у нас в жизни с крысами сожительствуют. Но куда деваться? Куда деваться? Особенно если дети есть. Но там, собственно говоря, все. Так, ну что, затишье. Я помню, на Reddit сохранил анекдот какой-то смешной. Но его надо искать. Пока я буду искать, как на стриме. О, анти поставил Сид, смотрите. Т3 аж. Разведка никакая не пролетит. Ни Т3, ничего. Пока я ищу этот анекдот сохраненный. А, я вспомнил, можно и не искать. В общем, папа акула ищет своих... точнее, учит своих детишек охотиться на людей.
И говорит, вот вы видите, барахтается человек там плавая, да? Как вот этот транспорт. Вы к нему быстро подплываете, резко на него плывете, резко-резко. А в последний момент, хупа, заворачиваете. А потом еще заход делаете. Значит, человек, он барахтается уже в страхе. Вы на него прям по прямой, он видит вашу пасть. И потом хопа в последний момент в сторону заворачиваете. А потом в третий раз вы его едите. Ну, как обычно, можно за воротами, без там, как угодно. У него ребенок спрашивает у папы акулы. Пап, а нельзя без этой всей ерунды вот просто съесть его сразу и все? Человека-то, что вот ждать? А папа говорит, не, ну можешь, конечно, и сразу. Можешь, если ты любишь людей с говном. Блин. Да! Не сработал нумпад. На нумпаде я жму заставочки. А нумпад был, нумпад лох отключен. Поэтому не сработал. Но потом сработало. Так, ну все. Так, что у нас здесь? У Сида Т2 штурмовики в количестве 3 штук. Чисто так позабирает спамчик. Есть, да, недорого. Получилось. Здесь у нас что? Ой, извините. Розовый готовит второе наступление. Помните, он был на 60 здоровьях вроде, да? На 60! А сейчас у него 17 тысяч и 19 тысяч счета. Он говорит, Люкер, надо было тебе меня забирать тогда. А сейчас все. Но он идет не за ним. Он идет за голубым. Розовый и голубой. Юрий и Яой. Что же с ним? У розового здесь войска побольше. Синий здесь что-то тоже как-то перегруппировывается. Ну, вообще сюда есть смысл наступить, конечно. Т1 масс-экстрактор. Какие-то гусенички повываливались, вот валяются. Гусенички. Да-да. Ну, есть смысл наступить. Ой, Т3 артиллерия в оранжевом. Ай, кино 3. Я говорю, читать-то не умею, ребят. Вон он говорит. Ты пингуй. А, ему Стилекс. Стилекс, когда внизу-то помирал, помните? Он написал, идиот! Может, поможешь? Окей. Пингуй, пингуй. Мне без разницы, говорит. А пингуй, это когда отметки вот такие, как вы видите, сейчас на экране ставятся. Это называется пинги. Ага, смотрите, Сид подлетел. Одного высылает на разведку. Посмотреть, может ли он здесь что-то позабирать. И да, может. Смотрите, как долго его висят здесь штурмовики. Но Сид отступает. Разведку использовал. Но вообще эти штурмовики могли бы даже Сид сбить. Но нужно атаковать совместно, естественно. Вместе с синими войсками. И, в общем-то, да, совместно с синими войсками. Тут-то проблема у Розова. Он атакует. С голубым-то, да, схватка произошла. Она происходит. Но у него могут быть проблемы. Хотя щитов у него много. Но он под утоушал и подставляется. Очень проблема. Здесь их две. И две уже на него нацелены. Мне кажется, лучше было бы на войска их нацелить. Но он хочет именно отвадить самого Розового. Проблема в том, что войск-то много. Может, утоушалам надо было нарезать именно танчики. Понимаете? Но он именно их нацелил на командира. Но сейчас одну отвадился. Одна стреляет все-таки по войскам. Лучше войска у нас носить. Хотя, вот, сейчас же... Сид прилетел своей армадой. И эта армада была уничтожена сразу же люкеровский. Ага, Сид все это время такой заманивал люкера в докфайт воздушный. Но этот докфайт он проиграл. У люкера гораздо больше истребителей. Сид остается не у дел. Сид проиграл воздушную битву сейчас люкеру, ребят. То есть на их соответственных позициях Сид сейчас играет слабее. Хуже. Люкер мудрее. Лучше. Кэнди Нуба пока что половина здоровья только снята. Вы знаете, и эта половина составляет 19 тысяч. Очень много. Мне кажется, у него проблем нет. А, сейчас щит у него еще поднимется. Смотрите, как быстро. О май гаш. Нет, все. А, все. Нифига. А, нет. Было сбито. Видимо, он так быстро все-таки не регенится. Штурмовики-то Т2. Нет, Т1. Ну ладно, Т1, откровенно говоря, ни о чем. Я думаю, он не в опасности. Он даже в безопасности. Но вот этот бомбер... Страшнее стал... Ух ты! Сплэш, вы видели, как интересно направил голубую игрок. No run 9. No run 9. Интересно, что значит no run? И 9 еще. Специфический никнейм, я такого не понимаю. Ой-ой-ой, Т3 бомбер летит. Т3 бомбер летит от люкера и летит он. Бомбич! Да, действительно. И правда какая, а? Смотрите, ну он правда прячется за горкой. Т3 бомбер, возможно, бомба попадет в горку. Где она? Да-да, в горку попадает. А это на минуточку. Почти 3500 урона. У него 13 тысяч здоровья, то есть это значительная доля. Это четверть его жизни. И он уходит.
Не хочет. А, конечно, здоровья у Тетри Бобера остается мало. Его там поснимали всяческие антиэйры. Вон он, это сидовский-то Тетри антиэйр. Сиду-то не надо. О, господи, это артиллерия, что ли, стоит? Да, артиллерия здесь закидывает. Все. Смотрите, ну так-то еще живое. Живое алоэ. Т2 антиэйр. Т2 мастер-сакс-то остался. Так, проблема. Проблема в игре. Проблема. У них тут пишут то да сё, может тебя послушают. Кэнди, ну, кстати, рус, смотрите, розовый, на русском пишет. Здесь, да, в общем, пишут, в общем, красный лагал. Лагал, у них были какие-то рассинхроны. Красный вынужден был уйти из команды. Пак! Нечестно, говорит оранжевый, который не умеет читать. Это, конечно, нечестно, что он не умеет читать. Да, ребят, на самом деле проблемы. Проблема у верхних то, что парень у них взорвался. И Люкер сразу же начинает занимать базу. Но вообще, есть, конечно, и преимущество в том плане, что базой теперь будет управлять не красный 1100, а Люкер 2000. Эти ресурсы он использует лучше. Так что, вот вы знаете, это может быть обидно наблюдать. То, что красный вдруг внезапно выпал из-за коннекта. Но... На самом деле, у белых людей, у люкеровской команды, это выродится в итоге в преимущество, и я вас не просто так успокаиваю, на самом деле Сид сейчас напрягся. Он реально напрягся, потому что он знает, что... Потому что у него-то этой базы управляет 1200 латенсии, а не Сид 200. Сиду бы это тоже помогла база. Помните, вначале я говорил, что ему нужно, чтобы латенсии прожил чуть-чуть подольше все-таки, не сразу помер. Да, а вот сейчас все. Сейчас латенсии может ему все отдавать. Еще одно наступление от Розового. Full health. Опять у него full health. И опять его встречают это ушалы. Он танкует. Но есть еще также Т3 Титанчик. Есть щиты мобильные. Вот что-то он встал, извините. Вот он встал. Не совсем хорошо, я думаю. Но он хорошо оттанковывает. Еще одно это ушало строится. Мне кажется, голубому стоит отступать отсюда. Эпично, когда, да, сверху еще дымы какие-то пролетают. Там антиэйровский флаг, снаряды. Очень красиво смотрится. Вот так, да? Когда виден именно объем на поле боя. Мега графикс. Барханы там 3D даже почти. Видите, кстати, как только, в общем, отключаешь иконки, сразу непонятно, что происходит. Ну, чуть-чуть видно, но непонятно, кто это и что за войска. А вот с иконками значительно понятнее. Вот проблемы сейчас у голубого будут. Розовый вернулся with the vengeance. Этот Vengeance, я думаю, очень хорошо сыграет. Вот ушало заглючило, вот эта проблема. Не, смотри, стреляет по антиэру. Но антиэр здесь-то не очень нужен. Слышали этот скрип? Это я руку микрофона подвинул. Флаки, говорит, флаки убей, Астилекс тоже сверху, ру, русскоязычный был. Флаки убей, антиэровский, флаки-то убивает. Вон он, флаг еще есть. Флаг еще есть, да, смотрите, фокусит он вот ушало именно флаки. Чтобы с воздуха Люкер смог помочь защитить. Мерси! Вот для чего флаки убивают! Мерси! Мерси в количествах! Они сейчас убьют Розу! Но! О май гад! From the Kleine! Крокодилины! Кэндину потерял и продолжает терять! Да! Он сам себя загнал в ловушку! Еще Мерси! Ну все, больше Мерси у белого нет. Хотя вот, еще летит. Но там еще штурмовики белые сейчас прилетят. Т3! Т3, а не Т2! О май гад! А, Сид защищает. Все, Сид прилетел. Говорит, ладно, давай, отступай, ладно. У меня нет времени заниматься еще твоей базой, если ты сдохнешь. Так что начинается догфайт. И Сид проиграл тот догфайт первый. И второй тоже проигрывает. Смотрите, как мало зеленых истребителей. Они дохнут и валятся дохельные. Но ему главное было, видимо, защитить ценой всего именно розового. Сиду устраивает, как розовый здесь играет. Он говорит, ладно, меня устраивает. А здесь какие атаки-то? Конечно! Дорогие друзья, конечно, я это не мог показать. Я все видел. Но, так сказать, задним умом я все видел. Но показывать-то надо было там, когда Мерси долетали. Уж извините. Да, Т-3 бомберы белые. А, это торпедики все те же, которые он не смог использовать тогда. Вот представляете, если бы Люкер тогда убил розового. У нижних сейчас были бы большие проблемы. Хотя фиг его знает. Может быть, Сид его базы бы распорядился так, что у нижних было бы и большое преимущество. Вообще-то. Но ничего. Вот это очень хорошая атака. Персевали большое количество. Как мне нравится, что артиллерия Т-1, артиллерия
серия имеет такой большой смысл. От Тетри Бомбер от Сида. Два даже. Имеет такое большое значение даже в лейтгейме. Т1 артиллерия, видели? Сплэшем раскидала, персивали. Но это были Тетри Бомберы, конечно, но все равно очень сильно они и влияют. Вот он еще бомбит. Да, разбомбил Тетри Бомбер. Красавчик какой. Мне нравится. Это, конечно, сейчас будет все умерщвлено, но урон по базе они нанесли. Да, как внезапно оказалось, и то-то. И тот идет вперед. Он не будет ждать. Истребители полетели. Истребители хотят сбить Т-3-бомберы. Но здесь наземный антиэр построили серафимские. Вот зря, зря, зря они сюда подлетают на флаке прям. Ха-ха-ха. Здоровье-то они потеряют. Один валится. Еще чуть-чуть там подвалилось. Но не все, кстати. Не все падают. Сид высылает двух истребителей чисто на пофиг, так сказать, закрепить успех. Но смотрите, они уже желтые. Желтое здоровье. Люкер непонятно, что приобрел от этого налета, честно сказать. Он убил два Т-3-бомбера. Да, наверное, он их поубивал, всегда я их не вижу. Но потерял здоровье там много. И сейчас продолжит терять. Серафимские молнии стреляют. И флаки немножечко. Ух ты, да, много самолетов у него желтых осталось. Он ведь их чудить-то не будет. Никто не использует вот эти аэропорты, подставки для дозаправки. Я не знаю почему. Сейчас он бы, на самом деле, лучше бы вычинил все. Здесь атака продолжается. Верхние-то посильнее играют сейчас. Честно вам скажу. Помните, когда у них один-то вылетел? И, дескать, все, у них проблемы. Да нет, проблемы-то у нижних все равно. Синий вручную бархан выходит уже. Оверчаржем он быстро заберет, кстати, этих персивалей. Если, правда, не будет подставляться под большое количество выстрелов. Видите, вот у него 9500. О, 8000! 6600! 1400 урона, один выстрел персиваля делает. Посмотрите на его здоровье. 3800! Ой, опасно! Ой, неужели бархан... А, ветерасту получил, все, буст по здоровью получил. Вот опасно было, на самом деле, его могли бы и убить. А здесь блокпост все ближе и ближе. И ракетницы дальнобойные, вот эти вот УЭФовские, стреляют очень далеко. Так, ладно, что там розовый? Розовый контратаку делает. А и то-то. А и то-то, где сиреневая? Уж меня извините, но я потерял. А, она идет налево, блокпост, это зачищать. Мне кажется, что и то-те не надо было менять курс движения наверх. На перегруппировку с розовым вот сюда. Надо было. Но это сейчас, понятно, надо было. Если бы с розовым объединил, сейчас бы эта атака смела бы все аж до тылов, до голубой базы. Просто, ну, этот блокпост, окей. И чё? Да он ничего не делает, он ничего не делает. Так, смотрите, розовый двигается сюда. Вот, оранжевый пишет. Что? Fuck you, Pink. Ты читер, говорит, все видит. Давайте посмотрим от розового Vision. А вы знаете, розовый на самом деле все видит. Только это не мапхак. Это результат Т3 радар. Оп, пропало. Ну, Т3 радар, сейчас видите, просто энергии нет. Ну, включится сейчас. Это все-таки не как StarCraft игра, где мапхак прям вот он вам показывает абсолютно все. Ну, как и здесь, как и в любой игре. Да, но здесь мапхаки есть. И так, это Т3 разведчики, пролетающие на огромных скоростях, которого просто в StarCraft просто нет. Это Т3 радары, которые видят всю карту, что в StarCraft тоже просто нет. Не, я не думаю, что он читер, вот розовый. Он на самом деле все видит из-за радаров и разведчиков. Это такая игра, такая специфика. Тут ты все видишь и так без мапхака. Ну, естественно, если делаешь это, они делают все, да. И тот продвигается чуть дальше, но мне кажется, левый фланг этот не самый ценный. Надо было с розовым атаковать вместе вот сюда. Здесь еще и голубого бы, может, забрали. Да, ничего, никак не отвечай, говорит он розовому. Ну, вот это в общем, имеется в виду насчет читеризма. Ничего не отвечай, говорит. Да, очевидно все, говорит. А слушай, Кеннет Рид, а если бы он тебе ответил, ты бы все равно не смог прочитать это. Поэтому я не знаю. Видите, здесь получаются распределенные атаки. И сиреневый атакует в одной стороне. Розовый атакует в другой стороне. Ну, ладно, не то чтобы атакует. Здесь вот чуть-чуть поатаковал. Сильно успеха не добился. Но зря они разъединились. Развели свои усилия по разным местам. Это зря. И тот начинает атаковать. Атакер from the Totem. Куда?
Куда направляются эти Т-3 штурмовики у Люкера? Смотрите, сколько он скопил мотыльков. Ой, как много мотыльков. Антиэйр Т-3 есть. Ну и сколько их тут? Одна штука. Флаки, правда, есть. Флаки есть, смотри. Иноземный есть. Может быть, не умрет. Под воду уходит. Уходит под воду. Антиэйр есть. Здоровье пока есть, но мало. Мало, но штурмовиков много. Они валятся, смотрите. Начинают валиться штурмовики один за другим. Сплэш работает. Они желтые. Начинают валиться. Ой, не пройти. Голубой ему загородил дорогу танком. Голубой его, считай, убил. Он загородил. Не смог отойти под воду. Розовый помирает. Вся бейс будет взрывана. И сдохельно. О май гад. Так, Сид тут вместе с Латенси что-то мутит. Смотрите, сделали ядерку. Они скрывают ядерку. Люкер не знает. Люкер не знает о ядерке. Вот это будет антимув. Да, нижним нужен срочно какой-то антимув. Потому что мувы Люкера. Все, игру, считай, выиграли. Люкер одного забрал. Все. А что насчет кача? Верхний кача 917, нижний, кстати, тоже 900. Обратите внимание, розовый-то помер, а нижние качают до сих пор столько же, сколько и верхние. Вот сила Сидушкиного-то, а! Сила короля. Не, а то говорят, вот Сид там сливатор, что-то не король. Не, ну, может быть, в этой игре он и проиграет. Потому что все-таки у него розовый был сильный игрок. Но смотрите, сиреневый, как хорошо Латенси-то играет, а? Как хорошо давит. То сейчас Латенси оставит и тот, и еще Люкеру. У Люкера будет еще больше массы. Но ядерка, может быть, ядерка. Вот этот мув, это сидовский мув. Скрыть все. Он скрыл ядерку и не знает Люкер об этом. И ядерка полетела. И она flight to the sky. Может быть, вот она игру выровняет. Поглядим. Верхние качают уже 900. Нижние все-таки 600. Это нижние реклеймили, когда качали поровну. Нет, все-таки нижние качают значительно меньше. На треть меньше, чем верхние. Но сейчас у верхних 929 массы качается в секунду. Сколько будет? На, по-голубому. Голубой где? А, ну голубой правее вообще. Вот он. Сейчас у нижней качается уже там 750 было, 850, 830. Не сильно меньше, не сильно. Голубого убить не удалось. Ядерка неплохая, но не игру разворачивающая. Главное то, что он успел отвести и тоту от верхних, чтобы не забрали реклейм. Сейчас под прикрытием этой тоты ему бы лучше забирать реклейм самому, Латенсию. Кто победит, пока что непонятно абсолютно. Но я думаю верхние, потому что у Люкера вот... Вот, кстати, антинюка, есть колосс еще один. По земле, наверное, пробить не получится, потому что здесь еще и то-то. Нет, не надо. Ему нужно выходить в артиллерию какую-нибудь. В какую-нибудь артиллерию, если Люкер выйдет. Вон он, кстати, сзади по щитам стоит. Лишь бы меня никто не трогал, говорит. Справа Сид высылает кучу Т1 артиллерии. Это слив массы. Не очень понятный мув от Сида. Я не понимаю, зачем это делать. Но он думает, что здесь будет просто реклеймище инженеришки. Да? И, дескать, все. Ну, а здесь буквально одну Таушалу построил, и все. Все, эта артиллерия уже не пройдет. От одной у Таушалы. У Таушалы это вот эта вот штука, которая висит на каких-то энергетических столбах и стреляет энергией. Оп, там, извините, гора. Есть такая камера в этой игре. Если гора, все, все, пипец. Так, ну вот, Сид смотрит. Смотрит на базу Люкера, пролетает свободненько. У Люкера все так же большое хелс и количество мотыльков. Сколько их? 17 штук. У них DPS не пишется, да? 140 пишется DPS-а. Окей, на 17 умножаем. Я не знаю, я буду использовать калькулятор. 17 на 140. Так, еще и тота пошла. Уже 3 тоты. Да, и вот это причем отремонтировал 145 регена. Так, значит, 17 на 140 умножаю в калькуляторе. 2300 DPS-а суммарно. Не так и много. На итоту немного. 2300 в секунду снимать немного. А вот на командира, да. Но это нужно Люкеру пролететь как-то именно до командиров. Вот здесь двое стоят. И, кстати, особо без воздуха можно и щит сбить 9000 и убить самого Сида. Ну, его аватара в игре. Сразу говорю, не Сида, не надо убивать Сида. И вообще никого не надо убивать. Вот. В общем-то, ребята отходят справа. Хотят по правому флангу ударить. И тот и идут медленно. Ух ты, какой красивый пролет. Медленно. Ух ты, какая красота. Медленно, но верно идут ребята. Хотя что-то как-то туда-сюда.
отходят. Три и тот и вообще могут пробить. Вы знаете, что-то уже мне не нравится положение верхних здесь. Что-то уже мне разонравилось. Если еще ядерку сюда по колоссу, представляете? Но это уже такое, если бы все, давайте все вместе сделаем, чтобы идеально пошло для нижних, то, конечно, да. Толстяк и еще толстяк. Вы знаете, дорогие друзья, нужно по одному толстяку строить, чтобы сначала один построился, потом второй, а не так, что два еле-еле там строятся. Так, ну что, в зону реведжеров он зашел. Да, о, реведжеры есть. Нет, не тот и не атаковать. Там еще два колосса будет. Это слив. Только что атака выглядела по земле прекрасной. Но нет, придется, наверное, обходить. В центр так вот ломиться не получится. Нужно обходить либо слева вот здесь вот проходить по левому краю, либо тогда уже по правому и вот так по задку, по задоку. Стилекс пишет Люкеру, может быть, застакать ганшипы? Вы знаете, их сложно... Точнее, застакать их будет несложно, но зря, наверное, потому что флаки Т-2 наземные. Наземный флаг Т-2 стреляет сразу по всем ганшипам застаканным. Урон у флага Т-2 будет небольшой для них. Но по всем вместе этот урон, соответственно, умножается в 17 раз, если их там 17 штук. Наверное, стакать ганшипы пока что не надо. Отступают и тоты. Сид решает повременить. Он говорит так, еще ядерка будет когда? Ну, скоро. Пока что производится, какой красивый щит, смотрите, да? Текстура напоминает мне стиль Quake 3, а в 3 Quake такие же были. Ну, я имею в виду какой-то объем, вот это все. Именно движок 3 Quake как-то похоже, там, освещение, что ли. Ага, ну, заход, по крайней мере, Сид делает Т1 артиллерии. Как минимум, он заберет масс-экстрактор Т1, который уже достал всех. Потому что за ним нужно опять ехать, опять инженер высылать. Кто этим будет заниматься? Ну, естественно, как бы никто, наверное. Блин, зря. Я не знаю, я поставил плюс ноль скорость специально, чтобы ничего не пропустить, чтобы немного растянуть удовольствие. А сейчас думаю, блин, а как-то и долго все. Ну ничего, это просто такой момент в игре, когда небольшое затишье есть. То есть, да, готовилась мега-мид-атака, но это атака мид... Ох ты! Не, ну есть кое-что происходит. Это музыка еще занудна. А, это тот самый трек на репите пошел, который... Фу! Ой, да иди ты вон! Этот трек называется Earth 2099. Земля 2099. От Sonic Symphony. Да ну, господи. Нет. Сейчас покруче пойдет. Ну что же, штурмовиков все больше и больше. Люкер, давайте посчитаем новый DPS. 34. В два раза больше уже стал. Ну, было 17, стало 34. Соответственно, было там 2300 DPS. Сейчас 4600. Вот это уже серьезно. В секунду. За 10 секунд 46 тысяч урона. У Итоты всего 67 тысяч здоровья. Все. Итоты будут умерщвлены. Еще и толстяк подъезжает. Атака по миду, еще и два колосса. Но мне кажется, бы атаковали бы они в одно место, бы, правда, а не по-разному. Вот эта атака по миду вместе со штурмовиками, главное, именно со штурмовиками, выглядит-то посолиднее, чем атака нижних, когда они пытались там что-то и тотами наломиться. Еще и титаны здесь. Штурмовики, правда, отступают. Зря. Они DPS не наносят. Они пока они здесь находятся, они, считай, пустые. Они пустые, они не наносят урона. Это всегда нужно делать. Колосс просто так встал. Что тут за артиллерия, а? А, артиллерия. 22 килса уже, ребят, извините. Килса в тот 22 сюда, что ли, стреляют? Нет. Посмотрим, артиллерийские выстрелы желтые. Вот они. О, стреляют. А, то что-то пропадают они вот. Ага, вот сюда. О, да, пробивают базу постепенно оранжевого. Ну как пробивают? У него щитов просто нет. Пробивать-то нечего, но урон наносят. Но пока что ничего как будто не убили. Хотя 22 килса там. Ой, ну какое хорошее забегание. По ленду все-таки его верхнее преимущество. Да, я думаю, верхнее сделаю здесь. Смотрите, какая сытная атака. И ведь еще толстяк утюжит, продолжает утюжить эту армию. Они постепенно приутюживаются. Справа на флангах никаких наступлений нет, абсолютно ничего не происходит. Колосс еще, правда, если бы на месте не стоял, продвигался, то я думаю, все. Вы знаете, и Сид, наверное, уже все. Колоссу. Ну, колосс, ну двигайся, ну что ты стоишь-то? Фу, Люкер. Ну, Злюкер, блин. Вот у него штурмовики.
Вот не штурмяки, не колосс, наконец-то что-то сдвинулось. А то он оставляет одного оранжевого отдуваться. И понимаете, пока один оранжевый отдувается, его сейчас его отобьют, а потом белого отобьют. Так, ядерка, куда? Куда? Это может, вот это может игру развернуть. А, опять на голубого. Самого голубого убить, но он, видите, вовремя отошел. Это проблема для Сида, он не убьет голубого. Если бы он убил голубого, то вот это все бы освободилось, пушки исчезли бы, они взорвались. И правый флаг был бы весь открыт. Вот в чем, я думаю, сидовская это было планирование. Т-2 истребителей и файтер-бомбер он использует. Это классика от Сида для того, чтобы избавляться от их серии. Так, но это не корсары, это лалки, поэтому ничего не будет. Голубой, к сожалению, для Сида остался в живых. Правый фланг будет все так же закрыт для нижней команды. А по миду отбиваться, ну не знаю, ну не сказать, чтобы нечем, конечно, есть чем. Вот и тоточка, например. Если они отобьются, правда, как-то вот каким-то образом отобьются нижние, то они заимеют очень много реклейма. Очень много вот этого мусора, sci-fi мусора. А здесь две и тот-то внезапно отбиваются. Неужели все-таки удастся отбиться нижним? Но тогда получается, что очень много реклейма они заберут себе. Голубой просто вышел. Голубой вышел из игры. Голубой вышел из игры! А лагают опять. Это что? Завис. А, завис. Господи, у верхних уже минус два. То есть, что получается? Возможно, выскажу крамольную мысль. Получается, Сид может победить Люкера только если у Люкера двое вылетят. О, какой скандальный реплей, а? Внимание! Какой скандализмус? Так, получается, правый фланг свободен. Но здесь, ладно, белые пушки, а есть, но это обливионы. Суперспам мимо обливионов пройдет свободно. Но что насчет Т-3 штурмовиков Люкера? Блин, вот как не повезло-то, а? Голубой просто вышел. Ну давайте так, будем считать, что Сид его мастерски ядеркой убил. Но Сид ведь не убил его ядеркой мастерски. Он же отошел. Ну ладно, блин. Ладно, ладно. Что там спутник? Спутник пытается сжечь сюда. Все под щитами стоит. У Сида все схвачено. Сейчас будет Т-3 артиллерия. Вторая встанет. Ну, Сид Т-3 артиллерии умеет. Он знает, куда нужно выцеливать и как пробивать. И ведь пробивает. Мне кажется, может так статься, что даже без смерти голубого Сид побеждает. Ага, ему главное убить эту антинюку. Тогда ядерка на Люкера и все. Голубой оставался бы в игре, не оставался. Не имеет значения, потому что Сид тогда все равно выигрывает. Но погляди, штурмовики, я думал, здесь хотя бы какую-то атаку нанесут. Нет. Никаких атак. Есть толстячок. Толстячок хорошо продолжает утюжить, как будто темнее стало, или мне так показалось, как будто небо заволокло тучами. Не, вроде все так же. Это так, это у меня в глазах что-то потемнело. А я что-то, если честно, есть хочу. Как я вообще устал, работаю каждый день, дофигище, так сказать. А что за музыка? А, это в треке музыка такая. Слушай, какие-то барабаны пошли, как будто не в тему. А это в треке, они так замиксованы, не в тему. Так, две тоты на толстяка. Очень много реклейма оставили нижним и забирает, видите, забирает Сид. Колосса и тоту, но это антиэйр, они ничего не забирают. А вот инженер забирает. Да, у нижних-то сейчас неплохо дела пойдут. На самом деле, из-за этого реклейма, из-за того, что голубой вылетел, голубой бы помог. А что по массе? Нижние 1100 качают, но это из-за реклейма, из-за того, что им оставили. А верхние 850. Пока что более-менее Люкер живет. Кто болеет за Люкера, ребят, не унывайте. Все нормально. Базу оранжевого, как мы видим, вроде как пробивали, да не пробили. Он сейчас... Масс-экстрактор последний достроит. Правда, заводы уничтожен. Ну ничего, у него еще есть заводы. Ничего страшного. Люкер выходит тоже в Т-3 артиллерию. Правда, в ионовскую. Ионовская очень медленно стреляет. Нужно еще хотя бы что-то. О, ой-ой-ой, а спутник-то. Смотрите, урон пошел на артиллерию. О, генератор, что ли, сплэшем, видимо, сбил. Надо бы еще щит построить. Ой, щит был уничтожен. Неужели? Неужели спутник что-то может пробить в одиночку? Никогда бы не поверил, потому что, ну, спутники это так, откровенно говоря, малое. Малое. Ну, вот сейчас он щит еще достроит. Наверное, спутник-то уже ничего никогда не прожжет. Что, артиллерия? Следим за выстрелами. Я пытаюсь проследить, но они исчезают, эти желтые. Так, ядерка еще одна от Сида. Посмотрим, насколько стратежная будет у нее пуск. Цель.
Ага, на белую базу. Неплохо, неплохо. Если толстяка еще заденет, как масс-экстрактор Т3, так и толстяка, будет вообще очень хорошо. Но артиллерия пока ничего не пробивает особого у него, я что-то не вижу. Атака по миду, ну не сильно. Блин, сейчас Сид еще своих истребителей уничтожит. Смотри, сейчас они повалятся вниз. Во-во-во, видите, истребители Сида валятся вниз массово. Сид немножечко завтыкал, так сказать. Но у толстяка полное здоровье, полный щит. Толстяка он не успел забрать. Но зато 700 массы верхней качества. Это было 850. Ну, нижних сейчас 850. Реклейм-то закончился. Более-менее они равны, даже несмотря на то, что вот и база голубого уничтожена была, и база сейчас... кто там был-то? Белый, да? Белого. Атака эта по ленду может выйти им боком сейчас. Ой-ой. Ой, на оранжево! Ой, на оранжево наступает! Ой, наступает на самого оранжевого сейчас и то-то! Вот это проблема. База оранжевого очень большая, очень сытная. Ему надо было отходить. Они отбились бы. Они бы верхние отбились бы, а ты тот. Они бы отбились. Ну, как-то на последних щах, на реведжах, на Т2, вот этих пушках, смотрите. И тот это валятся. Они бы, может, отбились, а потом бы реклейм забрали. Сбалансированная игра, говорит, сбалансированная. Люкер умершвлен с Сидом. Похоже, что это был артиллерийский снаряд. Ну что, дорогие зрители, я надеюсь, вам понравилась эта игра. Кто-то говорит балансная. Решайте сами. Спасибо вам большое за просмотр, за внимание, лайки, добрые комментарии, за злые. Спасибо говорить не буду, уж извините. Здоровья вам, добра, любви, процветания. Спасибо за внимание. До свидания.